Ну вот, друзья, мы выезжаем из деревни. Сегодня минус 40, обратите внимание, какие как дым над домами вертикально. Минус 40 на улице было, когда машину заводили. Вот Chevrolet Lanos. Спасибо Украине за такую хорошую машину. Я сижу сзади в футболке. Вот такая холодина сегодня. А ты урок тем обобрись, Сань, чтобы не тряслось. Куда дальше поворачивать? Вот такое морозище у нас сегодня. Пермский край, село Биеваш, Октябрьский район, почти на границе с Башкирией. Вот, хорошо отдохнули выходные. Ну, конечно, утром боязно было заводить машину. Но с нами же Харитонов. Саня, расскажи, как заводил. Быстро. Аккумулятор с печки снял. Пришел, поставил и завел. Ну, ты боялся, что что-нибудь оборвет, там еще что-нибудь? Ну, конечно. Не замерзайка застывает, оказывается. Да, не замерзайка застыла. Нам позвонили утром, говорят, вы что, минус 40, куда вы поедете, оставайтесь. А ребенок уже просится в Пермь, уже просится в Макдональдс. Но нам с Харитоновым не страшно. Доча, подожди, мы же поехали домой в Макдональдс. Да, конечно, солнце и мороз, это вообще такое сочетание. Вот, тут скоро больницу построят, вот, смотрите. Сань, где музыка? Сейчас. Так что поставь руку, Санька, удобно будет, сейчас спереди пруд покажу. Вот вы сейчас увидите спереди. Не гони, блядь, убери с газа ногу. Я вот. Не гоню. Что это такое? Что это? Занесло. Все нормально. Я хотел такое что-нибудь снять, сняли, да? Ты вот притормаживай иногда, есть что-то педаль тормоза? Вот впереди... Сейчас не гони, вообще не гони. Вот впереди, друзья, пруд. Саня, так мельком Наташу сними. Надо мне снимать. Успокойся, Астахова, все нормально. Притормаживай, лучше притормаживай. Там дальше что? Вот, будет? Друзья, вы были свидетелем. Что, Наташка, страшно? Да нет. Страхова нет? Вот потихоньку притормаживай. На такой морозе, наверное, резина такая дубовая, да, Сань, снимаешь? Да, конечно. Ну вот, друзья, я, наверное, на этом закончу этот коротенький репортаж. Дальше будет Саня у нас штурманом. Так что, друзья, прошу прощения. Всех люблю. Всем пока.